Здравствуйте, дамы и господа, продолжаем. Наконец-таки, кто ждал, да, проходить судьбу монолита зависимость. А, насколько я помню, в конце прошлой серии мы собрались типа на кордон, ну и сейчас пойдем туда. Вот этот туман, это у нас переход, переходим. Загрузочный экран, конечно, такой миленький, добренький, да. Сразу видно на кордоне, все хорошо. Ну, в принципе, и то, что я увидел в первые секунды, тоже подтверждает это. Серега старшина, черт, какой же поднялся туман. Не к добру. Ты прав, дружище. Знаешь, в глубине души я рад, что взял тебя с собой. Если бы не твоя помощь, то вряд ли бы мы зашли так далеко. Да ладно тебе, Артур, это я должен тебя благодарить. Этот туман и запах гнили не по себе мне. Та же хрень. Ладно, мне нужно сейчас немного подумать над дальнейшим планом действий. Думаю, все, что мы видели до этого, цветочки. Но на кордоне действительно какая-то шляпа творится, это правда. Поговорить с братом, встретиться с доверенным лицом. А где это доверенное лицо? Хрен его знает. Ты что-то скажешь? Так, братишка, видишь, как там молния бьет? Ага, аномалия, видать. А дальше что? Ну как что? Артур выдержал несколько секунд паузы. Убьет нахрен? А, ну так-то оно так. Короче, двигай до границы безопасной зоны, а я попытаюсь разобраться, как обойти это препятствие. Нужно внимательно осмотреть территорию блокпоста, думаю, здесь есть что-нибудь интересное. Так, ну тут электро вроде не везде, правильно, поэтому жить можно. Какой-то мужик под кустом лежит. Но произошло здесь явно что-то стрёмное. Непривычно видеть блокпост в таком состоянии. Оружие лежит. У меня оружие не надо. Так, электро. Наверное, там ничего интересного. Пойдем в казарму, попробуем зайти. Везде трупы засохшие всякие разные. Так, тут тоже все в электричестве. Но есть ящик. В ящике пусто. Пить охота уже все больше и больше, да? Пьем. Так, сиги и больше ничего. Ну, я думал, что-то в казарме будет, но в казарме ничего нет. Но еще одно место, где в теории что-то может быть, это вот место, где сидит командир обычно. Если, конечно, я найду сюда проход, тут все в электрах. Их, конечно, можно разрядить, чем я, собственно, и воспользуюсь. Так, я что-то подобрал автоматически, что я подобрал? Сгущенку. Класс. Так, записка, ящик пусто. Подобрал бинокль, а также вот она сама записка. Или не бинокль, что-то я подобрал, короче. А вот бесит меня вот это автоматическое подбирание. Кажется, я слышу его голос. Он точно здесь, где-то рядом. Множественные голоса боли, страха, отчаяния. Чё? Гнилые боли бдят за этим местом. Скоро, очень скоро они станут полноправными хозяевами этих земель. И никто уже не сможет их остановить. Гнилье уже поработило наш мир. Не думаю, что что-то кардинально изменится. А пока мне нужно идти, они зовут меня с собой. Ничего не понял. Какое-то гнилье, короче. Так, фляжку можно наполнить здесь же. О, мужик, привет. Ты кто? Какие-то ноунеймы заспавнились. Опять мистическая херня начинается. Согласен. Либо это последствия употребления наркотических веществ. Как вам такой вариант? Серега молчит. Но где-то еще один хер такой же заспавнился. Интересно, где он? Явно не в этом здании. Может, в казарме? А вот сидит реально. Смешно. Так, ты электрощиток-то не трогай. Понятно. Видимо, это намек, что мне нужно туда подойти. Алло. Десант. Опа. Ай-яй-яй. Думаю, если покопаться в этом щитке, то у меня получится откручить электро. Получилось. Нужно поговорить с братом. Но это было довольно просто. Короче, как ты мог заметить, количество препятствий заметно уменьшилось. Только мины. Зачем их так много? Артур задумался. Есть какое-нибудь предложение по этому поводу? Нам бы отмычку отправить вперед. Артур хмыльнулся. Не хочешь побыть в роли Сусанина? Да пошел ты. Серега явно был зол. Вмазали бы тебе за такие слова. Да ладно тебе, не сердись. Неожиданно Артур услышал какой-то посторонний шум. Эй, ты слышишь? Кажется, сюда направляется волна мутантов. Готов оружие. Да, новая запись, кстати, добавлена. Наверное, задумывалось, что эти мутанты все на минах подорвутся. Ну, что-то нифига подобного. И меня уже во время кассена мутузят. Слышь, братец, пошли бегом до той деревни, что севернее блокпоста. С мутантами разобраться сначала надо. Ну, вроде часть мин, конечно, разминировали. Но этого мало. Давай, взорвись. Как же им пофиг на мины, что такое? А вот эту разминируешь? Ладно. Так, ты чё? Все в порядке с тобой? Ты застрял? А, все. Давай, по минам, пошел. Или не пойдешь. До встречи. Отправься в заброшенную деревню, задание. Ну пойдем, что еще делать? Так, аптечку применю. Пить очень сильно захотелось, пьем. Так, главное на мины не нарваться. Ну, вроде бы тут дальше чистенько. Так, но в деревне, если честно, дела не лучше. Какой-то шепот, какие-то звуки слышу. Мужик в кустах умер каких-то. Тут вот эти вот хрени, которые реагируют на попадание в них какого-то предмета или человека. Чё, где я, Серега? Алло. О, боже. Это было рядом со мной, как в том меме с Димой Масленниковым. О, тут даже кто-то есть. А, ну понятно. Не нравится мне это местечко. Стоит повнимательнее осмотреться. Может, найду чего интересного. Главное, не наступать на эти растения. Но растения действительно стрёмные. О, чё за хрень?
Сидрич растение, говорить с ним можно. Реально, что тебя сюда привело, странник? Кто ты? Покажись! Сколько человек я уже повидал за свой век, но вы все такие одинаковые. Смешные твари. Каждый раз я слышу подобный вопрос. Неужели вы все мыслите абсолютно одинаково? Прозвучал утробный голос, казалось, что сам бункер пытается говорить с Артуром. Ты в моей голове, я прав? По своей сути, да. Ты уже заражен, как и твой брат. Скоро мои симон начнут прорастать, и тогда я смогу полностью овладеть вашими оболочками и начать вашу долгожданную модификацию. Тварь, следи за речью, странник. Я предлагаю тебе сделку. От вас двоих мне не будет особого толка, а мне нужна постоянная подпитка и пополнение новыми рекрутами, чтобы разнести свои плоды как можно дальше по этому бренному миру. В общем, приведи сюда как можно больше новых душ, а я, в свою очередь, возможно, сохраню тебе с братом жизнь и отпущу на все четыре стороны. А какие есть гарантии? Гарантии? Не смеши меня, глупый человек. Запомни, чем лучше ты следишь за своим языком и исполняешь свою работу, тем больше шанс, что я оставлю вас в живых. Исполняй. В голове Артура прозвучал сводящий с ума писк. Слушай, повинуюсь. Охренеть, после диалога с растением у меня офнула запись. Вообще не понял, почему. Ну ладно, в целом вы пропустили довольно мало. Сейчас я вам все перечитаю, прочитаю и расскажу. В общем, после разговора с растением, да, мы договорились, то, что я ему привожу новые души, он меня отпускает потом с братом. Брат сидит у бункера, за голову схватился, ничего не говорит, то есть просто нам нужно идти куда-то. Деревню обыскал, никаких записок не нашел вроде бы. Пошел на АТП, встретил кровососа альбиноса. Я вот сейчас шутил то, что у меня дежавю. Недавно в истории Джона убивал кровососа альбиноса, и тут опять. Вот. В общем, я с ним поговорил. Сейчас я зачитаю с ним диалог. Что привело тебя сюда, странник? Ты умеешь разговаривать? Как видишь, зачем ты сюда пришел? Мне нужна помощь. Ваши соседи взяли моего друга в заложника, а также заразили меня. Ты про разумное растение в деревне? Да. Артур задумался над реальностью происходящего. Я знаком с этой тварью не понаслышке. Несколько моих солдат подверглись заражению этим растением. Я могу тебе помочь, но взамен ты выполнишь одну мою просьбу. Я весь во внимании. Короче, чуть восточнее нас имеется туннель на другую территорию. В этом туннеле поселился еще один весьма неприятный сосед. Злой карлик. Он убил моего лучшего друга. Я хочу, чтобы ты отомстил за него. Лады, постараюсь. И еще. Эта тварь очень хорошо закрепилась на этой точке. Лучше для начала оглуши его точным попаданием в голову, а уже после начиная наступление. Понял, спасибо за совет. Пришел я в тоннель. Там был этот карлан. Он был сделан, знаете, вот помните, как в бункере управления монолитом, да, когда-то уже почти встретился с представителем осознания. Нужно вот эти штуки разбивать, стеклянные, они потом взрываются с эффектами электро. Вот Бюрер был то же самое, буквально, тот же самый объект, только с моделькой Бюрера, ты его типа оглушаешь, да, типа разбиваешь, и потом убиваешь, как обычно, Бюрера. Все, я его убил и вернулся сюда. Все, что вы пропустили. Ну, по факту, то есть я просто ходил, убил Бюрера, ничего интересного. Больше там абсолютно ничего нет, ни записок, ничего подобного. Вот, и еще так, что высказал мысль, что недавно вышел новый мод, я тут пока херней страдал, ну, он уже, собственно, вышел, да, и прохождение его будет только после прохождения этого мода, потому что моды друг на друга вот так накладывать не самая лучшая идея. Как-то так. Дело сделано. Благая весть, благая. На элеваторе, что немного западнее АТП, находится тайник какого-то сталкера. В тайнике находится взрывчатка. С помощью этой взрывчатки ты сможешь разнести к хренам бункер с этой тварью. Как только бункер взорвется, зараженные ослабнут, а вы останетесь целы. Если, конечно, цветочек не начал плотно ассимилироваться с вашим организмом. Надеюсь, не начал. Я могу идти? Да, еще. Не советовал бы тебе больше сюда наведываться. Скоро здесь будет спецназ, и нам будет все равно, пришел сюда военный или же мирный сталкер. Думаю, суть ты уловил. Уловил. Ладно, прощайте тогда и спасибо вам за помощь. Короче, это похоже на какой-то наркоманский сон, все, если честно. Вот эти вот какие-то воюющие мутанты слэш растения, блять. Ой, то есть, блин, друг между другом, да? И так далее, и так далее. Какой-то трэш. Так, да у нас плоти. С плотями, в принципе, разговор короткий. Короткий разговор. Я Бюрера слышу, или мне кажется. Тут прям совсем тихонько. А, нет, не Бюрера, это вот этот сидит, мямлет. Так, ладно, тайник сталкера наверху или нет? Но я думаю, где-то тут внизу. Что это? Похоже, здесь хранятся, нифига себе, динамитные шашки. То, что надо, забрать динамит. Взорвать бункер с мозгом цветка. Хорошо. Я теперь поглядываю постоянно на состояние записи, чтобы она не офнулась в какой-то ненужный момент. Я вообще не знаю, что она офнулась. В честь чего? Я вроде кнопку точно не нажимал. Она у меня далеко находится от тех кнопок, которые я обычно использую. Странно. Все здесь странно. Уже стемнело, блин, пока я тут бегал туда-сюда. Мина рандомная просто стоит. Что она тут делает? Неясно. Так, ящик с динамитом. Тяжелый деревянный ящик с надписями «Взрывоопасно» на нескольких языках. Понимаю. Пора уничтожать эту болезнь. Так, пошли звуки какие-то странные. Челы тут танцуют, вертятся, крутятся. Но вот такой трэш тут происходит, если что, да? Все они не агрессивные. И просто тут жопа какая-то. Вот. Отлично, теперь пора валить отсюда. А растение терпит, сидит, да?
Ой, поговорить с братом. Серега старший, спасибо большое, брат. Подойди ко мне, пожалуйста. Если нас сейчас не загрызут, конечно, нахрен. Они же, по идее, должны выйти из-под контроля там или еще что-то такое, вот эти все зомби, не? Не, вроде им пофиг. Или что? Не, Серега пошел в бой. Ну да, их можно убивать, типа. Но я не знаю, нахрена. Блять. Ясненько. Солдат. Серега, давай, убивай их, короче. У меня патроны не бесконечные, у тебя не бесконечные. Я постою, подожду, пожалуй. Все, чил? Вроде чил. Или нет? Нет, не чил. А, как ты, Серега? Артур сам не мог понять, откуда в нем проснулась такая невиданная ранее боязнь за жизнь своего братца. Серега закашлялся. Вроде уже лучше. Хотя бы никто уже не контролирует мое тело. Ну и каково это, когда в твоем мозгу сидит кто-то чужой? Не очень приятно. Давай потом об этом поговорим. Мне нужно прийти в себя. Серега был совсем бледен. Казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Ладно, братишка. Артур сочувственно оглядел своего брата. Куда двинем дальше? На север? Куда же еще? Я слыхал от бывалых сталкеров о том, что где-то вблизи железнодорожного моста поселился какой-то снайпер-мародер. Этого нам еще не хватало. Нужно как-то обойти этого урода или... Артур задумался. Слушай, кажется, в моей голове поселилась одна интересная идея. Выкладывай. В общем, нужно, чтобы ты отправился к мосту первым. Ты подходишь, и как только снайпер появляется на горизонте, сразу прячешься в укрытие. Я тем временем отслеживаю снайпера и ликвидирую его. Как тебе идея? Сергей еще сильнее закашлялся. Ты совсем охренел? Ты что мне предлагаешь? Понимаешь, а? Брат еще называется. А у нас есть иной выход. Тебе-то я уж точно не доверю свою жизнь. Знаю, какой из тебя снайпер. Серега задумался. Ладно, отлично. Обсудим все подробности по пути. О, по кому он стрелял? По зомби? Гринпис, задание выполнено. Снайперская дуэль. Новое задание. В случае чего моя смерть будет на твоей совести. Я буду являться тебе во снах. Ща я этот. Все, я готов, в принципе. Блин, еще ночью, да? Не очень приятно. И че, блядь? Ой, блин, то есть где он? А, вон он. Да блин, короче, проще подойти. Тише, тише, тише. Снайперов хренов. Победа! А теперь давай бегом ко мне, если меня еще можно спасти. Можно, можно. Ты как, родной? Артур тщательно осматривает своего раннего брата. Хреново я. Хорошо, снайпер из него не очень. Это да. Сейчас я тебя подлатаю. Держись, браток. Спустя некоторое время пуля, выпущенная из винтовки наемника, была извлечена из тела отмычки в виде брата. Спустя еще некоторое время Сергей полностью пришел в себя и был готов продолжать путь. Вроде мне лучше. Это славно. Значит, слушай меня. Отправляйся в поваленный дом, что справа, с северо-восточнее моста. Видишь его? Артур указал пальцем на строение. Вот туда и отправляйся. Я еще разок обыщу труп наемника. Я смотрю местность. Давай, свидимся там. Лады, только не задерживайся. Из меня сейчас боец. Ну, ты сам меня понимаешь. Там что-то ГГ сказал с субтитрами, но я не увидел. Кстати, а что по записям? Я записи давно не читал. По-моему, у нас две новые записи, да. Первые шаги по ЧЗО. Зона нам явно не рада. Это место окутано мрачным туманом и таит в себе множество загадок и тайн, что только предстоит раскрыть. Вряд ли мой путь по зоне окажется затяжным, но все же. Возможно, что зона поможет мне избавиться от моей зависимости. А может, заодно и отбраться. Живое растение. Нечто ужасное захватило бывший лагерь сталкеров и зомбирует всех пришедших сюда путников. Тварь предложила мне сделку. Как можно понять, иного выбора у меня нет. Но где я найду людей в богом забытом месте? Надеюсь, найду. Так, трупы тут какие-то, го обыскивать. Бандит обыкновенный. Че еще? А, ну это, скорее всего, труп снайпера наверху отмечается. Тут у нас кто? Вояка и сталкер. Ладно, мне больше интересен наемник. Наемник, где твоя снаряга? Ты узнаешь, вообще-то опасно. ПДА Богомола. ПДА наемника Богомола. Скорее всего, в нем может содержаться весьма интересная для меня информация. Стоит внимательно изучить этот предмет. Так, мне что-то занеслось или что? А, или его нужно использовать? Не нравится мне это место. Херня здесь мистическая творится. Напарник мой уже несколько суток не выходит на связь. Думаю, труп он уже. И погодка это, туман. Посижу здесь еще пару деньков. Если Арнольд так и не выйдет на связь, то все, сваливай отсюда. Куда угодно, но лишь бы подальше от зоны. Ничего особенного. Ладно, теперь я хотя бы знаю, что эта мерзкая погодка уже давно здесь стоит. И его мертвый напарник поговорит с братом. Здорово. Ты как, братан? Тяжело мне. Подлечиться бы по-нормальному, а то, думаю, дальше от меня будет мало толку. Что есть, то есть. Давай, может, я тебе аптечек, бинтов притащу? Было бы неплохо. Значит, записывай. Мне нужно 3 бинта, 2 аптечки и 1 бутылку водки. Это для обеззараживания, если что. Ну ты и наборчик выдал. Артур задумался. Ладно, чего только не сделаешь ради своего брата. Сиди тут, если что, маякуй. Я попытаюсь найти все необходимое для тебя. Давай. Я пока еще попытаюсь связаться с человечком-могильщика. Давай, брат, крепись, главное. Серега чах буквально на глазах, что-то сильно в нем поменялось. Но что именно? Надо бы найти для него лекарство, а то и не имею желания продолжать поход в одиночку. Да и в глубине души привык я уже к нему за это время похода. Но у меня вроде все есть. А, водки только нет. Где ее достать? Тут у нас есть какая-то отметка. Убежище на чердаке. Наверное, там и водка будет. Ща глянем. Сейчас глянем насчет трофеев, как говорится, да? Так, ну тут у нас все есть. И водка, и не водка, и записка, и какая-то хрень, что я подобрал. Комбез монолита. О, ну он, по идее, чуть получше должен быть. Да.
Ладно, тогда этот я скину здесь. Записка, смотрим. Так и быть, уговорил ты меня. Оставляю тут костюмчик интересный. Может тебе пригодится, не знаю. Сам я, если что, на север пойду. Говорят, на свалке местной уйма новых артефактов образовалось. Единственное, говорят, там тварей столько. Жуть просто. Но я надеюсь на лучший расклад. Ты, если что, не теряйся, будь на связи. Я как дела закончу, сразу сюда. Давай, проф, не подведи. Так, ну и тут все, что, кстати, нужно было Сереге. Ну, в принципе, этого и так тут с лихвой хватает, поэтому. Но на всякий случай решили докинуть, да? Для тех, кто голым сюда пришел. У меня благая весть за тебя. Я достал все необходимое. На лице Сергея распласталась довольная улыбка. Он быстро всадил себе несколько глотков горячей и приступил к самолечению. Спустя какое-то время Сергей был полностью готов продолжать путь. Слушай, Артур, что такое? Человек-могильщика попал в беду. Судя по всему, за ним увязалась толпа ходячих мертвецов. Просит помощи. Понятное дело, сейчас он сидит на КПП, что на самом севере кордона. Надо бы его выручить, а то навряд ли получится вступить в банду Сэма. Тут ты в кои-то веки прав. Так, давай же, собирайся в путь, нельзя терять ни минуты. Новая запись добавлена. Паранойя? Не сказать, чтобы я был искренне рад тому, что мы все-таки смогли сюда попасть. В глубине души я надеялся на совсем иной исход. Тем не менее, чудеса этого места меня действительно повергают в шок, а ведь это только начало. Единственное, это растение, что оставило в нас свои споры, не дает мне покоя. И резко изменившееся поведение Сереги. Странно все это. Хотя я все же полагаю, или скорее надеюсь, что это лишь моя разбушевавшаяся паранойя. И ничего более. Это ведь правда, не? А, да? Не, не, неправда. Че, пойдем? Нет активного задания. Ну, по-прежнему встретиться с доверенным лицом. Ну, нам дали понять, что... Так, нахрен я это подобрал. Дали понять, что он на северном блокпосте. Блокпосту. Блокпосте. Неважно. Блин, плохо, что стемнело, но спать тут вроде как негде. О, ты по правой стороне решил побежать? Ну, давай тоже. Зомбированный. Привет, зомбированный. Что скажешь? Так, патроны, бинт. Подберем, пригодится. Звуки там всякие страшные. Недавно смотрел аниме одно 70-х годов. Ну, пересматривал точнее. Я в детстве его смотрел когда-то очень давно. И вот у этого звука, то что он что-то пищит так. Вайб как раз той анимки. Там про всякие инопланетные штуки. Это как будто бы там точно такой же звук есть. Нифига, Серега просто залез в камень и с камня отстреливается. Гений, легенда. Так, пистолеты вот эти лишние заманали. Меня бесит вот этот автоподбор ебучий. Как его офнуть? Просто один раз F нажимаю, и все, и начинается свистопляска. Так, опа-опа. Отстрел там идет в полной мере. Я присоединяюсь. Где тут кто? Тише. Главное, чтобы сейчас зомби по мне не зарядил. Так, короче. Я бы, наверное, взял спас все-таки. Учитывая, что я дроби тут набрал, а СВД выкинул. Сомневаюсь, что мне СВД пригодится. А вот дроби тут с каждого зомби немало так падает. Блин, эти звуки мне нравятся. Не знаю почему, но я от них кайфую. Наверное, бинты еще скину. Большую часть, мне столько не надо. Так, Серега на месте? Серега на месте. Здорово, мужик. Чего у тебя такая кислая мина? Разве ты не рад тому, что мы спасли твою задницу? Артур хитро улыбнулся. Да и как я погляжу, юморист. Дать бы тебе по твоей тупой харе. Да только сил нема. Поэтому не раскидывался словами. Дружи. Че? Как там на севере? Холодно. Короче, контролер оккупировал переход до кордона. Давно я могильщику говорил, что его надо шлепать. Да только что юродивому объяснять. В обход не вариант, поэтому придется напролом. Контролер? Это что, мутант какой-то сильный? Не просто сильный. Эта тварина мозги тебе вскипятит и сделает таким же живым трупом, как и эти. И как нам по-твоему пройти? Говорю же, напролом. Идем натиском, и пока эта тварь не успеет взять нас под контроль, мочим. В противном случае, ты сам знаешь, что с нами будет. Догадываюсь. Когда отправляемся? Желательно прямо сейчас. Ты готов? Всегда готов. Что ж, похоже, история набирает стремительные обороты. Что же будешь ждать нас там, в далеких землях? Выглядит как финал мода. Во время похода наших героев совершенно неожиданно начался снегопад. Лишь по приходу на свалку снег перестал орошать собой землю. Зима дает о себе знать. Да? О! Внезапно все изменилось. Ничего себе. Ну ладно, это на самом деле не финал. Мы заметили, что вы находитесь на локации, на предназначенной для осеннего времени года. И че? Кто заметил? Прикольно, кстати, да? Как резко все поменялось. Голова раскалывается. А че это? Это я? Но голый? Какого хрена? Хоть бы одели, блин. Твою мать, это не тот контролер. Похоже, та тварь все еще где-то здесь. Этого дерьма нам только не хватало. Так, с кем воюем, подожди. На спине кто-то? Да я не вижу ни хрена. По кому стрельба? По холму? А. Дэмэдж вообще едва проходит. Антирад принимаем срочно, что-то радиация разбушевалась. Водичку пьем, все делаем. Патроны уже кончаются на айсвал. Поэтому переходим на абакан потихоньку. Так, башка чья-то валяется. Да чё меня не пускает-то? Что надо? Я не понимаю. Отстрелять зомби или что? Так я не могу, блять, отстрелять их, учитывая, что меня здесь держат насильно. Все, подходите сюда, потому что я к вам подойти не могу, к сожалению. Так, задание у меня
по-прежнему висит просто основное, присоединиться к банде могильщика и ничего более. Что это было? Во-первых, я случайно нажал, во-вторых, что-то произошло странное. То есть это не единственная тварь в округе? Верно. Та тварь, что грохнул ты, является, так сказать, более усиленным вариантом обычного. Собственно, поэтому я совершенно не был готов к нападению. Не боись, второй контроллер послабее будет. Правда, и мы уже ослабшие. И следующая встреча может стать для нас фатальной. Умеешь обрадовать. Значит, слушай, сейчас нам нужно быстро проскочить до нашей базы в депо. По пути нам могут попадаться различные зверушки и зомбированные. Главное, чтобы контролера не встретили. Не в этом суть. Как только попадем на базу, отправляйся с братом к могильщику. А я, пожалуй, отдохну после долгой прогулочки. Я тебя понял. Давай уже идти, время поджимает. Новая запись ПДА добавлена. Читаем. Контролер. Первая моя встреча с этой тварью оказалась весьма напряженной. Если бы не я, весь отряд был бы обречен стать ходячими трупами. Горжусь собой. Тем не менее, я не хотел бы вновь столкнуться с подобной тварью. Боюсь, в следующий раз моя больная голова не сможет этого выдержать. Кажется, что-то внутри меня перегорело. Странно. А, чё мне так плохо-то? Что это было? Видели красненькое на секунду? Ладно, жопу поднимаем. Серега, ты где? Ты так-то важная часть сюжета, наверное. Так, тут какой-то труп военный. Давай, патроны пригодятся. Сюда есть смысл заглядывать? О боже. Вообще, я бы дробь взял в руки. Дробь, блин, дробовик. Вон, тут ящики со стандартным лутом. 5.45 я бы пособирал. Все. Не агритесь, уходим. Пофиг на этого зомби. Я чисто патрончики подлутал. А так, продолжаем движение в депо. Че? Вы на зомби заагрились? А, на крыску? Еще лучше. Но зомби сами убивайте. У меня патроны, к сожалению, не бесконечные. Можно тайничок, конечно, обыскать, но учитывая, что они здесь оригинальные, там, скорее всего, что-то такое себе лежит. Я не помню, конечно, что там вообще конкретно лежит, но я уверен, что ничего важного. Но пока я трындел, я уже добрался до него, поэтому... Забираем. Че не так? Где-то кровососня? Кого бьет? А, тебя? А че ты не отбиваешься? Ты же крутой сталкер вроде, не? Ну вот и все. Дышим глубже, как говорится. Здорово, мужик, как дела? Ты злой? Ну, наверное. Ребят, убивайте его. Мне впадло. Где-то еще плоть лазит. Так, надеюсь, база на депо существует все-таки. Я сейчас не приду, и там не окажется... Точнее, я сейчас приду, и там, надеюсь, не окажется куча скелетов, какой-то неведомой херни. Ну, нет, вроде вот могильщик, правда, почему тут один? Не знаю. А, с этой стороны нельзя зайти, да, обходить надо. Ну, а вроде не один, кто-то там еще есть. Радует наличие людей. А то как-то грустно плюс стрёмно, что никого нет. Вокруг какая-то аномальная херня происходит просто. По фанчику. Найс, найс, чел, забавно. Так, ой, а вот и новый дом. Задание обновлено, показывает нам через катсцену базу. Жаль, что у меня ночь и ни хрена не видно абсолютно. Вот он, мой новый дом, по крайней мере, блин, я не успел прочитать, к сожалению. Привет, ребят. Чё такие нервные? Так, ладно, а где наши ребята? Они уже тут где-то расположились или чё? Чёрт, по-моему, здесь еще холоднее, чем на улице. Да, все здесь, окей. С кем базарить? Кто из вас главный? Ну, явно не венчик-уборщик. Так, нифига себе, тут всякие столы, приколы. Забираем кровь камня, традиционный здесь. Я вообще не знаю, если честно, нахрена мне нужны артефакты. Полезных среди них мало. Вот это точно выкину. Минус 10 радиации в обмен на выносливость ни за что. Вот это тоже выкину. Все, вот эти оставлю, пусть будут. Где главный? Ты главный. На диване стоит, просто белоснежным, идеальным. Могильщик. Ну, здравствуй, Сэм. Артур протянул руку могильщику и скорчил довольную гримасу. И тебе не хворать, Артурчик. Только здесь я не Сэм. Сэма больше нет, есть лишь могильщик. Уяснил? Могильщик сделал крайне серьезное выражение лица. Ну вот и славно. Ну рассказывай, как добрались, какие приключения были по пути? Да, собственно, дорога вышла весьма и весьма непростой, запутанной. Но в общем и целом, эта дорога нас закалила и сделала из нас настоящих сталкеров. Сколько чрезмерного пафоса в твоих словах, Артурчик. Могильщик усмехнулся. Ты мне вот что скажи. Не ты вместе с бандой Маркуса моего кореша порешал, а? Артур явно не был к такому... Чё? Артур явно не был к такому вопросу и слегка замешкался. Ладно, ну нет, а что? А вот я слыхал, что ты со своим братцем там жару дал. Да ладно тебе, расслабь булки. Ты всего-то шлепнул нашего единственного поставщика вещества. Не знал. Свое оправдание скажу о том, что это была месть ему. Этот урод поступил крайне некрасиво, и я ни чуточку не жалею о своем решении. Ути какой у нас решительный. А чего ж ты тогда замешкался, когда я тебе вопрос задал, а, Артурчик? Храним молчание. Ладно, короче. Могильщик глубоко и громко втянул в себя воздух и приступил к своему рассказу. Херня у нас тут творится, Артурик. Полная херня. Мои рекруты гибнут и пропадают один за другим. Какая-то мистическая хрень творится. Есть здесь в округе несколько контролеров, но это нечто иное, не их это рук дело. Знаешь, трупы не находят, люди просто пропадают, едва выйдя за стены лагеря. Мы не знаем уже на что грешить, а недавно и вовсе трындец случился. Могильщик перевел дыхание и продолжил
куда более тихой интонацией. Повар наш, Митька Рататуй, прямо с базы пропал. Вот просто был человек и нет человека. Без следа исчез. Валить отсюда надо, но куда? Здесь ведь артефактов кишмя кишит. Бери да сдавай барыги. Не хотим мы свой новый дом отдавать. Дом, за который мы кровь свою проливали. А теперь херня какая-то пытается у нас его отобрать. Магичек сделал тон куда ниже. С запада тьма идет. Точнее нет, не тьма, иное. Мгла скорее. Не так давно трое моих разведчиков пропало в районе агропрома. За несколько часов до часа X они отправляли мне сигналы SOS и. А еще за некоторое время до этого они говорили о какой-то сильной головной боли, будто кто-то мозги плавит. И не контролер это был. Потом туман начал сгущаться и темнеть начало. А из тьмы этой полезли твари науки невиданные. Ботан назвал эту хрень очень просто. Мешок. Так, отвлекли меня звонком. Очень просто, мешок. Вот эти мешки, судя по всему, и губили парней. Сейчас туда ход закрыт с тех пор. Судя по всему, зона повышенного пси-излучения там образовалась. А тем временем с запада какой-то гул доносится и треск. Треск, будто землю кто-то роет, и постоянные толчки землетрясением. Хрень какая-то. Ну и к чему ты мне сейчас все эти страсти рассказал? Проинформировал тебя просто. Сходи отдохни, а мне нужно будет подумать немного в одиночестве. Могильщик выглядел крайне обеспокоенным. Похоже, он что-то не договаривал. Ладно, зови, если что. Могильщик Артура показался очень подозрительным. Странно он какой-то, думаю, не буду спать. Так, полежу немного, главное не уснуть. Ладненько, ребят, что будет дальше, мы узнаем уже в следующей серии. Пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующие серии этого мода. Вступайте в тележку, там всякие новости, анонсы и прочее. Подписывайтесь на Twitch, я там теперь стримлю. Ну и в описании ссылочка на плейлист, если вы пропустили какую-то из серии, обязательно гляньте. Всем спасибо, все свободны.